Здравствуйте. Мы наконец-то возвращаемся к прохождению мастер уровней Doom 2. И сегодня должно быть вот это. Да, четвертая песня Ада. Собственно, да. Картина не очень вдохновляющая, но... Мертвым Думгаем. Ну, я думаю, проблем у нас здесь не возникнет. Убиваем всю нечисть в этом зале. Ну, мы идем в эту дверь. Убиваем ребят здесь. Также на соседней лестнице. Так, здесь лежит супер дробовик кусенький. Но это ловушка. Как только мы его возьмем, случится это. И эта зона считается секретом по какой-то причине. Здесь есть весьма полезные предметы. И портал обратно. Итак, за правой дверью здесь нас дразнит синей сферой, которую мы относительно скоро возьмем. Ну а здесь дальше коридоры. По морде. Так, за этими решетками мы, ребят, расстреляем заранее. И вот, зайдем сюда, выбираем один из порталов, неважно какой. Пройдем здесь, активируется крашер. Убиваем этого паренька, нажимаем на переключатель и получаем синюю сферу. Поднимаемся на этой же платформе, открываем вот эту штуку и здесь лежит BFG. Но также появляется барон, которого мы просто забьем до смерти. Отличный был спарринг. Ну и, собственно, опять же, берем любой портал и уходим отсюда. Синяя дверь. Нам нужно вот сюда. Убиваем этого пулеметчика. Забрать его оружие и расстрелять всех остальных. Также наверху там аккуратно. Взорвем импов в этой комнате. Даже ты выжил. Открываем вот эту вот стену. Там манкубус. За ним бочки, надеюсь их взорвать. Получилось плохо. Ой. Ой. Получилось отвратительно. Ну ладно. У меня идеальное количество здоровья в любом случае. Здесь мы можем забрать броню и ракеты. Поднимаемся обратно. Здесь откроется стена. Бензопилу мы не берем, потому что у нас есть берсерк. Вот эта стена фальшивая. Убиваем здесь всех монстров. Здесь черепушка одинокая. Мы можем спуститься в комнату, где были нами взорваны импы. Забрать тут всякое. Далее. Вот здесь комната с плазмоганом и переключателем, который открывает вот этот секрет. Мы заранее можем поглядеть в дворик. И расстрелять некоторых ребят. Из окна тут выпрыгнуть туда, к сожалению, не получится раньше времени. Но зато мы можем себе на будущее немножко облегчить задачу. Я думаю, мы закончили на данном этапе. Также здесь можно, пройдя по карнизу, забрать эти боеприпасы, что я и сделаю, потому что почему бы и нет. И теперь нам нужен ключ. За ним мы пойдем вот сюда, в эту токсичную область. Забираем ключ, появляется много разных ребят, но ничего страшного. Этот переключатель дает нам мегасферу, а переключатель здесь дает радиационный костюм. И мы спокойно занимаемся отстрелом этих существ.
Так. Здесь у нас есть секрет. Это самая комната, где мы расстреляли импов заранее. Здесь есть шкафчики. В этом шкафу скелет. Ага. А в этом просто имп. Также вот за этой скрытой стеной пулеметчик. И отсюда мы можем выйти к синей двери, но мы туда зайдем другим путем. Здесь также есть типа секретный проход, который ведет в канализацию. Можно взять костюм. Пройдем немножко дальше, чтобы расстрелять всех остальных. Да, нам пока доступа нет. Но зато можем зайти сюда. Берем тут патроны. Итак, вот в тех местах, как можете видеть, есть супердробовик и пулемет. Однако, если мы их попытаемся взять, то на нас нападут. И я чуть не забыл проводить их, ребят. Они могут наши прыжки испортить. Итак. Здесь лежит красный ключ, который нам очень нужен на нашем путешествии. Здесь просто автокарта. Итак, я думаю, можно продолжить здесь зачищать канализации, к тому же, что здесь есть ракетница. Там еще есть враги. И вот здесь выход в ту зону, где мы взяли синюю сферу. Ну ладно. Давайте все-таки вернемся к красной двери. Она вон там. Но для начала мы сделаем кружочек вот здесь, прежде чем зайти туда. Там токсичная область. Все выйдет чисто. За этими дверьми прячутся пулеметчики. Я вечно забываю про этих двух подгайнеров. Ну, ладно. Я рискую, конечно, но... почему-то люблю так делать. Ладно. Как вот там еще? Прятался. Ну ладно. Там бойня происходит прям. Так. Я, кажется, дверь там не проверил, да? Потому что здесь, помимо пулеметчика, которого мы заранее расстреляли, еще и им прячется. Так. Им туда мертвый телепортировался? Ну да. Ну и мы вернулись сначала. Это значит, что мы можем теперь наконец-то зайти в этот двор. Ой. Что со мной не так? Почему я ловлю снаряды манкубусов сегодня? Наверное, потому что я давно в Doom не играл. Ой-ой-ой. Отвратительно.
Так, ну все, мы взяли здесь желтый ключ. Значит, мы можем вернуться в канализации. Ура, ура, ура. Так, открываем эти блоки. Наверх Хорчвейл. Он пока... Да, нет, он уже телепортировался. Телепортируется он в центральную комнату. И мы просто от БМГшим его. Отлично. Ой, я чуть не забыл про импов, которые вот здесь вот тусуются. Почему я забыл про эту зону? Потому что она просто показывает, что здесь происходит. Типа, вот, смотри, тут Арчвайл, бойся и так далее. Ну ладно. Итак, пройдя здесь, мы откроем этот вот вещь. Нажимаем на льва. И... Удохаем скелета. Собственно, все, да? Отлично. Можем выходить с уровня. Но, несмотря на общую такую обычность, действительно обычность этого уровня, он мне понравился именно своим дизайном. То есть, как вот эти вот все проходы соединены, как вот это вот все вместе вот работает. Вот можно с той стороны зайти, можно с этой, там все вот коридоры как-то вот сообщаются между собой. То есть, это хороший уровень на самом-то деле. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я, в принципе, получил достаточно много удовольствия, играя в него. Да? Ну, а на этом все пока что. Увидимся в следующий раз. Спасибо за просмотр и всего хорошего.